Всем привет, с вами Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю шампиньоны в духовке. Самый простейший и легкий рецепт, а вкус просто потрясающий. Давайте начнем. Для начала шампиньоны нужно почистить, промыть холодной водой и далее отделить от плодоножки. Нам понадобятся только шапочки. Формочку смазываем растительным маслом, сливочным, все, что у вас есть. Грибы вот я помыла, почистила, теперь отламываем ножку и выкладываем формочку. Далее нужно посолить, поперчить. В каждую шапочку кладем сливочное масло вот так по кусочку и отправляем в горячую духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Тут уже ориентируемся на свою духовку. Грибы я вытащила из духовки, побыли они у меня в духовке ровно 15 минут. Посмотрите, грибы пустили свой сок, сливочное масло растаяло, и теперь сверху посыпаем сыром твердым вот так обильно. И отправляем обратно в духовку примерно на 10 минут до румяности. Чем больше сыра, тем лучше. Все, отправляем в духовку. Ну вот и все, вот такая вкусная горячая закуска у нас получилась. Посмотрите на это. Но это очень вкусно, рекомендую попробовать. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Такую закуску нужно подавать сразу к столу. Все, всем пока, до новых встреч!